Привет всем, друзья! Лига чемпионов. Бавария, Манчестер Юнайтед и Арсенал против ПСВ. Два поединочка сейчас с вами разберем. 20 числа состоятся эти матчи в 22:00. Ну, начнем с Баварии и Манчестер Юнайтед. Бавария. Также, кстати, в этой группе у нас идет Копенгаген и Галатасарай. Но явный фаворит группы, как для меня, это Бавария. На Баварию дают 1.53 на победу, на МЮ дают 6. И 2 на победу. Да и правильно, что дают на МЮ такой большой коэффициент, потому что МЮ, правда, сейчас выглядит крайне нестабильно. Проиграли Брайтону 3-1, проиграли Арсеналу 3-1. И в чемпионате Англии МЮ идет на 13 месте. Бавария в последней игре сыграла с Байером со счетом 2-2. Бавария идет на втором месте в Бундеслиге, Байер идет на первом. Что касается мыслисечек, друзья. Первое. Первый тайм победа Баварии за коэффициент 1.95. И второе, общий тотал в матче больше 3.5 за коэффициент 2.25. Второй поединочек, это Арсенал против ПСВ. Тоже 20 числа в 22:00 состоится этот матч. На Арсенал дают 1.43, на ПСВ дают 7.65. И забегая вперед, скажу, что не понимаю здесь наоборот, почему на ПСВ дают такой большой коэффициент. ПСВ в последних матчах чемпионата сыграли с Неймегеном 4-0, Валвей 4-0. И это все были победы. ПСВ идет на первом месте в своем чемпионате. Арсенал идет на четвертом месте в АПЛ. Арсенал обыграл Эвертон 1-0. В последнем матче обыграл МЮ со счетом 3-1. Также в этой группе у нас Ланс и Севилья. Так вот, друзья, не понимаю, почему на ПСВ такой большой коэффициент. Команда хорошая, команда показывает тоже хороший результат. Мысли следующие. Обе забьют за 1.75. И вторая мыслишечка, индивидуальный тотал ПСВ больше 1 за 2.57. Вот такие вот, друзья, мысли. Вы свои мысли пишите в комментариях. Но давайте еще быстро. Бавария, Манчестер Юнайтед. Первый тайм победа Баварии за 1.95. Общий тотал в матче больше 3.5 за 2.25. Арсенал, ПСВ. Обе забьют за 1.75. И индивидуальный тотал ПСВ больше 1 за 2.57. Вот такие вот мысли. Ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик. Пока.